Похоже, братишка тебя бросил. Да не, просто вы его разочаровали, он психанул. Чарли Ричардсон велел, чтобы мы у вас старушек не жалели, Рэч. Так и сказал, очень трогательно. Ладно, слушай, когда в следующий раз его увидишь, передай, что я сказал. Мне насрать на него, запомнил? И на тебя насрать, а? Пошли вы все в задницу, мне на вас насрать. Ничего, если я окажу сопротивление. А ты думаешь, потянешь? Ох, для меня это уже вопрос чести, серьезно. Смотри, что у меня есть. Готов? Давайте я для затравки анекдот расскажу. Параноидальный шизофрен. Сохраняй память. Thank you.